Бендерская городская больница. В инфекционном отделении меняют канализацию. Двухэтажный корпус самый старый. Его построили в конце 60-х. С тех пор ни разу не было капремонта. Трубы прогнили и рассыпаются. Чтобы их заменить, в некоторых палатах приходится вскрывать полы. В части объекта инфекционного отделения, именно в части крыла здания, отсутствует подвальное помещение, где бы проходили коммуникации. Ввиду чего коммуникации находятся прямо внутри, так скажем, пола. Для этого и потребовалось вскрыть все полы, заменить коммуникации в палатах. Необходимо также будет менять и коммуникации в подсобных помещениях, это и в буфете. Идет капремонт. Пока перфоратором разбивали полы, кое-где просели межкомнатные перегородки из пеноблоков. Теперь их нужно менять. Но больше всего работы в подвале. Трубы протекали. Металлические опоры, которые держат подвальный потолок, от сырости заржавели. В любой момент могли рухнуть. Сейчас их меняют. Потом будут обрабатывать специальным составом против коррозии. Обновляют и плиты перекрытия. Основная масса подвала инфекционного корпуса была вот в таком состоянии. Все это из-за повышенной сырости, происходит разрушение плит, отслоение, видите, видна оголенная арматура. Это тоже нужно как-то делать. В связи с тем, что мы расширили вентиляционные отверстия, немножко ремонтируем канализацию, сырость немного уходит. Считаю, что здесь нужно ставить дополнительные опоры, такие как и в том зале. Ремонт в инфекционном отделении идет почти месяц. Все работы за счет фонда капвложений.